Приветствую вас. Давайте разберем наш вопрос. Почему некоторые люди меня передразнивают, как я говорю, мои интонации, голос? Они просто такие наглые или я им просто не нравлюсь? Такой вопрос у нас. Ну, я бы сказал, что по моему мнению, вы попадаете в некоторую такую некоторую точку, я бы так сказал, некоторая точка есть, которая вызывает у людей вот это желание. Желание ну, условно говоря, вас как-то ну, передразнивать. Вот. То есть вы сами, получается, того не желая, да, попадаете людям в такое вот место, что они хотят вас передразнить. То есть что-то в их что-то в вашем голосе мотивирует их на то, чтобы вот так себя с вами вести. Ну, вот. Я бы так сказал. Здесь. Именно вот с точки зрения психологии и психотерапии. Если вас это задевает, если вас это ну, напрягает как-то, вот, то с этим можно поработать, можно, ну, можно посмотреть, как и чем вас это напрягает, как и чем вас это задевает. И я думаю, что вас ну, перестанет это задевать. Вот. Вас перестанет это напрягать. А я бы, ну, я бы так сказал. Вот, в принципе, все. То можно ответить вам на ваш вопрос. Ничего страшного. Вы на самом деле ну, не виноваты в том, что ваш голос попадает в какие-то точки людей. Вот. Хотя и есть, конечно, вероятность. Есть такая вероятность, да, того, что вот у вас как-то в окружении люди, вот, такие, которые могут
любят, хотят дразниться. Вот. То есть тут тоже есть нюансы, тоже есть момент. Но с этим уже нужно разбираться. Вот, если это действительно так, то есть если действительно вас окружают такие люди, то можно смотреть в сторону смены какого-то окружения своего, да, вот, смотреть в сторону того, чтобы общаться с другими людьми. Я бы еще сказал, что чувствует злость у вас, то есть чувствуется, что вы злитесь, чувствуется, что вы вот несколько так вас это задевает. Вот, со злостью тоже можно, нужно поработать, чтобы вас она не отравляла, чтобы вас она не напрягала. Обращайтесь, поработаем. Желаю вам всего самого доброго, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Спасибо вам большое за обращение.